Round one. Мастер спорта Афарезбек Хакимов, Узбекистан. 2002 года рождения, боксом занимается 10 лет. Провел 85 боев, 80 выиграл. Призер чемпионата Узбекистана. Тренируется под руководством тренеров Тургунова и Хусанова. К данным соревнованиям готовил заслуженный спортсмен Узбекистана Батыржан Махмудов. Round two. Thank you.
Закончился второй раунд. С ним главный поединок уже Ташиев, мастер спорта Кыргызстан. 2002 года рождения, бокса Джентури занимается 8 лет. Счет боям не ведет. Финалист международного турнира, посвященного памяти героя Советского Союза Душенкова Шапокова 2022 года. Тренируется боксер под руководством заслуженного тренера Кыргызской Республики Мелиса Мамедова. Final round. From the